Позвольте представить вам это уважаемое собрание талантливых людей, авторов поэтических и прозаических произведений, которые собрались на церемонию вручения ежегодной окружной литературной премии, названной в вашу честь. Премия имени Ивана Алексеевича Бунина. Впервые районный литературный конкурс имени Ивана Алексеевича Бунина был проведен в 2016 году. Инициатором стал редактор газеты «Грань» Иван Ступников, которого поддержали областная организация Союза писателей России, межпоселенческая библиотека, Комитет по культуре и туризму и депутатский корпус. В этом году в конкурсе приняли участие более 60 человек. Хотим пригласить сюда наших первых номинантов. Кожевникову Марию. Аплодисменты поддержите, пожалуйста. Кожевникову Марию. И мне хочется, чтобы вы свои таланты и растратили просто так. Потому что таланты дают всем, но не надо их взорвать в землю. Браво! Задача конкурса – выявить талантливых земляков и популяризировать их творчество за поэтические и прозаические произведения. К бабушке люди приеду, улица манит опять. Только с велосипедом я не спешу убегать. Ведь так нечасто я вижусь с бабушкой милой моей. Словом, бывало, обижу, и на душе холодней. Бабушка Люда со мною ежеминутно была. Утром покормит, умоет, все отодвинет дела, чтобы сводить на прогулку, сладости с куклы купить. Жизнь и бабуля науку мне помогала постичь. У нас есть победитель в номинации «Дебют малой прозы». Валентина Соловьева. Церемония награждений проходила в формате литературной гостиной, что, безусловно, погрузило всех участников в атмосферу творчества. Участникам по душе должен прийтись вот такой формат, когда мы сидим за прекрасными столиками в этом прекрасном выставочном зале, потому что вот я, например, поймала себя на ощущение очень приятного здесь нахождения, просто в сотворчестве, литературы, картин, да, живописи, музыки и прочее. Мне кажется, даже восприятие этой премии какое-то совсем другое. И самое удивительное, время так быстро летит. Вы знаете, я как будто вчера стояла в малом зале и говорила, что мы найдем деньги, что «Единая Россия» выделит. «Единая Россия» выделила. Поэтому премия сегодня есть, и в будущем году, в следующем году то же самое. Деньги на премию будут. Пишите, творите, радуйте нас. И самое главное, что приятно ощущать, что среди наших земляков вот такие замечательные люди. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный вечь. Ну как вам? Ольга Скрябина, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».